Всем привет! Мы продолжаем делать обзоры на фигурки. И сегодня у нас вот такой вот Человек-паук. Это ноунейм. Просто вот фигурка. Не знаю, кто даже производитель, если честно. Знаю, что на Алике она такая стоит где-то 1800. Вот. Ну, вот в таких пределах. Сейчас мы ее достанем. Посмотрим. Лапки паути, этот паука, да? Это я как понимаю из Мстителей, где Железный Человек-паук был. Изображено. Так, давайте откроем. И посмотрим поближе уже. Так, вот мы и открыли. Давайте в сторону. Вот такой вот Человек-паук. Ну, если учитывать 1800, я думаю, неплохо. Вот. Сильно прям уж косяков каких-то тут нет. Ну, не шибко тяжелая она. Ну, нормальная, нормальная. Вот. Это все-таки фигурка и все-таки бюджетная. Написано Marvel. Marvel, Made in China. У нас сейчас все, наверное, Made in China. Да и всегда, наверное, и было. Вот, лапки достанем. Надо найти, какую куда вставлять. Тут тоже есть пазы, но пазы нечеткие. Вот, поэтому можно что-то и перепутать. Он сюда не хочет. Так. Наверное, вот это сюда. Плотно очень. Так-то плотно они встают. Так, это не сюда. Это вот сюда. Ну, так на самом деле очень ничего смотрится. Мне нравится. Чуть-чуть бы хотелось, конечно, поярче его. Вот, допустим, смотрите, Флэш, да? Вот. Они оба как бы красные, да? Такой красный металлик. Потому что, что у Флэша в фильме там, ну, металлический костюм, да, из какого-то там сплава. Вот. Что здесь? Вот он чуть-чуть побледнее, да? Чуть-чуть, но... Нормально. На самом деле вживую смотрится очень даже ничего. Вот такой вот. Поза тоже, в принципе, такая, ну, интересная, нормальная. Вот. Потому что у меня была, допустим, фигурка. Тоже Человек-паук, такой же металлический. Где он пускал паутину, вот, стоя. Ну, смотрится хуже. Пусть она чуть повыше из-за того, что он стоит... Но смотрится не так как-то эффектно. Это смотрится, ну, мне так кажется, что поинтереснее прям как-то. И хорошо, что можно вот убрать вот эти лапки, допустим. Да, вот достать их просто и поставить на полку без них. То есть надоели они тебе, взял их, просто высунул. Вот, и поставил ее вот так. Захотелось тебе их опять, ты опять их взял. Поставил и уже опять как будто другая фигурка чуть-чуть. В этом я считаю, что плюс. Что они снимаются, они намертво. Вот. Ну, спиной вряд ли кто-то будет ее ставить, да, что здесь вот эти отверстия под эти лапки. Все же будут вот так ставить.
на полку там как-то или где-то еще, или боком. То есть этого не будет видно, что этих дырок нет. Вот. Поэтому вот так. Он приклеен. Ну, проверять не будем, наверное, как держится все-таки. Все равно жалко. Но вот он единой целой конструкцией. То есть, я думаю, либо там какие-то пазы, а скорее всего и пазы. Я не знаю, вот будет видно на камеру, нет. Но там вот, если прям приглядеться, то видно будет, как будто он вставлен, ну и приклеен, скорее всего, да. Вот. Вот такой вот Человек-паук. Из Мстителей. Пополняет нашу коллекцию обзоров маленьких, коротеньких. Так. Все, всем хорошего вечера, дня. Всем пока.